Ребят, всем привет, всем доброе утро. Сегодняшний влог мы начинаем вот с такого ракурса. На улице у нас сейчас идет дождь, а по времени у нас 10:31. Я собралась вести Тимика. Тимика же одел масочку, молодец, в бассейн. Так как вот такая погода, обычно он пешком ходит, едет сам на автобусе, но сегодня очень неприятная погода, тем более машина осталась в моем распоряжении, поэтому решила его вести я. Вот и я. Едем уже. Уже мы собрались, едем. В запасе у нас, конечно, еще полчаса. Ну, пока Тима приедет, пока он переоденется, может, еще немножко посидит. Представляете, права у меня с 2012 года. То есть стаж вождения у меня уже почти 8 лет, да, 8 лет. Ну, вожу сейчас, в данный момент я не часто, потому что машина у моего мужа. А сейчас у него рабочая машина, но так получилось, что он сейчас пользуется рабочей машиной, поэтому наша машина осталась в пользовании во дворе. В любой момент я могу ее взять и поехать. Поэтому сегодня мы с вами отправляемся в магазин на машине. Дороги пустые, сейчас мы ездим не в разгар. Ни утром, ни вечером, когда дороги переполнены. Вот. Поэтому хорошо. Ну, пока карантин, пока вот этот коронавирус, конечно, лучше воздержаться от поездок на транспорте. Лучше ехать на машине. Все, ребятки, высадила я ребенка возле бассейна. Теперь мы направляемся с вами в магазин. Сейчас как раз хорошо, парковка будет пустая. Легко найдем место, куда припарковаться. Поэтому вот это время, 10:30-11, вообще здорово. На самом деле я очень люблю водить машину. Не всегда мне дают водить машину. Вот. Как-то так. А еще у меня муж водит машину достаточно медленно. Меня это немножко раздражает, если честно. Я люблю побыстрее ездить, а он так плавно везде ездит, потому что бережет детали, бережет подвеску. В общем, как-то так. Бабушка переходит дорогу. Угу. Уже почти приехали, уже мы на парковке, сейчас будем выбирать место, куда стать. Мы же, ребят, в магазине. Я купила новую маску. Как вам такая маска? Мне очень нравится. Спускаемся в магазин. Ребята, смотрите, вот с такой вот тележкой я возвращаюсь. Не все влезло у меня в пакет. Поэтому сейчас быстренько к машине еду, еще там буду перегружаться, искать пакет, куда мне все это поместить. Все, запаковала я уже все в пакеты. Три пакета у меня вот таких получилось. Вот. Я даже сама не ожидала. Вроде бы все по минимуму беру. Вроде бы то, что, ну, самое основное. Но давно в магазине не была, где-то неделю. Поэтому три пакета.
Так, ребят, мы уже пришли домой, уже раскладываемся. Я буду снимать распаковку с ценами, но перед этим пока мы все обработаем, да, антисептиком. Ты по порядку все обрабатывай, Тимочка, и не только крышечки. Потому что вот эта вот кассирша, у которой я все покупала, она реально кашляла, очень сильно кашляла. И потом в ладонь кашляла. И потом этой же ладонью, получается, этими же руками, она... Тимка, ты много не пшикай. Она все брала за продукты, поэтому все-таки обезопасим себя и все обработаем. Вот у нас есть такой спрей, покажи. У нас еще есть целая бутылка спрей. Большая есть. Антибактериальный муж купил, очень удобно, когда с распылителем. И есть еще специальная бутылка, куда можно заправлять. Же, да, А мы продолжаем. Давай, ну ты так сверху чуть-чуть, где-то что-то попшикай. Уже, ребят, почти готов мой обед. Вот под этой крышечкой мой обед. Как вы думаете, что здесь? Сейчас вам покажу. Та-дам! Ням-ням. В общем, люблю я иногда побаловаться этой штукой, поэтому это будет мой обедик. Тимочка тут кушает у нас шарики Несквик. Я их уже открыла. Вот 500 грамм покупали такие. И вот у нас как-то был на одной акции, вот есть такой вот как контейнер, и мы сюда сейчас пересыпем наши шарики. А это тебе съесть сейчас. Вот есть такая у нас крышечка, получается. Тимка, покажи, как она одевается, покажи. И вот, получается, закрывается, и все очень герметично, и не высыхают шарики. А когда хочешь, открываешь, тут вот появляется вот такая вот дырочка, и засыпаешь себе, сколько тебе нужно. Вот так. Помните, ребят, я варила компотик? Вот я его перелила в свой кувшинчик любимый. И вот столько у нас его осталось. Пол кувшинчика компотика. Очень вкусный получился, такой насыщенный. На второй день он еще вкуснее, чем на первый. Ребят, на часах уже, вот видите сами, почти 10 часов. У нас тут очень все быстро меняется. Сейчас мне надо сделать заготовку для плова. Завтра дети уезжают на дачу, поэтому я подумала, что надо мне туда передать уже что-то готовое, чтобы свекрови было проще и легче. Я все-таки не поеду пока, у меня есть причины, поэтому отправляю только детей. Вот я уже замочила свинину, сейчас, наверное, буду разделывать на кусочки. Здесь я уже порезала лук и морковь. Подготовила сковороду. Плов, ребят, люблю добавлять много разных специй. Здесь я уже подготовила вот мелиссунели, перец черный молотый обязательно добавлю. Это вот в само мясо добавлю, замариную. Потом куркума обязательно. И паприка копченая. То есть вот эти вот специи все пойдут у меня в плов. Если вы помните, покупала я как-то вот такой вот рис. У меня полпачки как раз осталось этого риса. Поэтому буду использовать на плов. Очень мне понравился этот рис. Очень хороший. Всем рекомендую. Если вы у себя где-нибудь увидите вот такой вот рис. Он, конечно, не дешевый, но классный. Можете даже не раздумывать брать. Замариновала я мясо. Думала, что не замариную, но в итоге все порезала и замариновала. Сейчас перемешаю. В общем, наверное, буду обжаривать уже завтра с утра. То есть подготовила эти все продукты, а обжаривать уже буду с утра. С
все, на этом, ребят, прощаюсь я с вами. До следующего видео. Всем пока-пока.